Всем привет! Сегодня в этом уроке я покажу вам, как изменить цвет волос в программе Photoshop. Для этого вам понадобится фотография, ну и, конечно же, сама программа. Как вы видите, слой с изображением заблокирован. Нажмите на закрытый замочек. Создаем новый слой. Берем кисточку в панели инструментов и выбираем красный цвет. Выбираем размер кисти, какой больше всего нам подходит, и жесткость примерно на 70%. При этом режим нормальный, непрозрачность 100% и нажим 100%. Теперь наша задача закрасить все волосы красным цветом. Ничего страшного, если вы будете вылезать за края. Это потом можно будет исправить. Конечно же, быстрее это можно сделать, если у вас есть графический планшет. Работа с мышкой занимает чуть больше времени. После того, как закрасили все волосы, здесь выбираем мягкий свет. Выставляем прозрачность этого слоя на свой вкус. Я поставлю на 50%. Обратите внимание, что между этими слоями есть резкий переход. И чтобы от этого избавиться, идем в панель инструментов и выбираем ластик. Размер ластика выставляйте такой, какой нравится. А жесткость около 20%. Непрозрачность выставляем где-то на 50 и нажим на 100. И здесь аккуратненько убираем лишнее и резкие переходы. Теперь можно сделать прозрачность еще меньше. Увеличить размер кисти и немножко убрать еще лишнее здесь, чтобы выглядело это более естественно. И вот что у нас получилось. Далее выбираем цветовой тон насыщенность. Идем во вкладку «Слои», зажимаем клавишу Alt. И между вот этими слоями появляется вот такая иконка. Щелкаем левой кнопкой мыши. Таким образом мы создали маску для слоя с волосами. Переходим в свойства. И здесь мы можем выбрать любой оттенок волос. Видим, как на фотографии меняется цвет. Выберите такой, какой вам нравится. Я оставлю вот этот. Также вы можете отрегулировать насыщенность. Яркость. Вот и все. Теперь мы можем сохранить эту картинку. В меню выбираем файл, сохранить как, выбираем формат JPEG. На рабочем столе у нас есть уже эта картинка, поэтому мы ее переименуем. Жмем сохранить. Окей. Посмотрим, что мы имеем. Вот у нас одна и та же девушка с разным цветом волос. Я уверена, что каждый из вас с легкостью это сделает. Всем спасибо за внимание. Если вам понравился этот урок, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.